семьей празднуем, это уже как бы долгое время делается. А с родителями просто посидеть дольше. Ну, в пределах около 1000 лей где-то так. 1002, наверное. Ну, около 5000 минимум. Ну, на рынке бывает, что немножко дешевле, в магазине подороже. В это воскресенье православные жители нашей страны будут отмечать большой праздник – Пасху. С этим праздником связано очень много традиций. Например, красить яйца, ходить в церковь, печь пасхальные куличи и собираться с семьей за общим столом. Мы решили узнать у бельчан, как они готовятся к Пасхе. Скажите, отмечаете ли вы Пасху? Да. Почему? Я как христианка. Из-за этого чуть-чуть Пасху. Да. Да. Почему? Не знаю. С родителями просто посидеть дольше. Да, это началось мотив моего маленького запаринца, лордежаю традиции. Ну, конечно, это семейный праздник. Почему? С семьей празднуем, это уже как бы долгое время делается, как обычай. Ну, конечно, каждый год, как получается, по деньгам. Почему? Ну, потому что деньги, денег не хватает, цены большие. Хочется купить то, что хочется, и получается, потому что начинаешь экономить. Подготовились ли вы уже к Пасхе? Ну, практически. Еще не все докупила, но еще чуть-чуть осталось. Сколько примерно вы потратили? Ну, в пределах около 1000 лей где-то так, плюс-минус. Готовимся. Во сколько вам обошлась подготовка? Ну, я так планирую, 1500 где-то так. Сколько вы потратили? Не знаю точно. Ну, ничего, нормализ бюджет в паренте, лорж, ну, под спони прочес. К сожалению, еще не очень. Подготовки уже идут. Ну, в процессе. А сколько примерно потратили или планируете потратить на подготовку? Ну, около 5000 минимум, как, не знаю, примерно. Ну, я думаю, еще планирую потратить 1002, наверное, потому что хочется купить и свежих продуктов таких. Дорого обходится Пасха. Так как мы раньше в советское время готовились, то вот сейчас это просто невозможно. Это нереально. Где покупали все необходимое? В магазинах. Линелла, Локал. Такой магазин. Но так, где на скидочку, потому что не всегда позволяет карман, если честно сказать. Ну, что на рынке, что в магазине. Почему? Ну, на рынке бывает, что немножко дешевле, в магазине подороже. Ну, как? Ищем варианты. Ну и в магазинах, и в супермаркете. Так, как по дороге домой с работы идешь, так и покупаешь. Ну я не буду говорить. Будем скрывать эти факты. Какие традиции будете соблюдать? На кладбище сходим. Вот сегодняшний день мы тоже придерживаемся. Сегодня мы ничего не кушаем. Вот только водичку и вот, которую в церкви хлебчик дают. Идем в церковь светить яйца, куличи. И потом отмечаем уже с семьей, с друзьями. Когда как? А мама обещает, когда меня сосиском открыт. Все по их фамилии Аламаса. Да, тут отчаешь, все разные. Дуже ноты с промежку с недочем на бисерика. Возьмем торчим, а с там к фамилиям ему. Если у меня сон традиции к Олешку, Бани, я не умею иметь прическу, даже чью прическу с фачем, потому что мерю респекта манчасти традиции. Ну, ходим в церковь, освещаем как бы еду. Ну, как все, думаю. А как все это как? Мечем на магазин за профессиональным продуктом. Ну да, покупаем продукты, красим яйца. Приготовим Пасха. Да, мясо приготавливаем, все это. Ну, отмечаем, как обычно, знаете, как в обычае идет у нас в народе. Пойти посвятить Пасху, встретиться со знакомыми, посидеть, пообщаться. Потому что с работой туда-сюда и не получается общаться. Да хоть по праздникам встречаться и общаться. Так, по-другому никак. Поздравляю всех с наступающей Пасхой. Пусть у каждого будет благополучие в семье и тепло на душе.